вам всем! Сегодня на моих желтых диванах появляется Алоист, которая, между прочим, не часто приходит ко мне на эфир, но очень часто приходит в мои сны. Привет! Привет! Интересно, расскажи. Ты знаешь, что прям сегодня ты мне под утро приснилась, что ты ко мне пришла вот так, на эти же желтые диваны, но не одна, а с сыном. Наконец-то! Я надеюсь, что это вещий сон. Ну реально, было очень забавно, при этом он такой беленький, у него были такие щечки, и он так сидел у меня, и ты говоришь, как тебе идут дети, хорошо, у тебя, наверное, какая-то детская энергетика. Вот такой сон мне приснился. Боже, какого ты хорошего обо мне мнения, Даша. Ну тебе снятся вообще вещие сны? Мне не снятся вещие сны, но мне снятся всякие абсурдные сны. Например? Я не запоминаю, честно. Если и в жизни хватает абсурда разного, а тут если еще сны запоминать. Ну тебе приходила когда-то музыка во сне? Я просто знаю такие вот ситуации музыкантов. Может и приходила, но она как приходила, так и ушла, потому что я ничего не запомнила. То есть не было, да, такого? Нет, я просто вот когда пишу песни, у меня другое ощущение, вот. Когда как будто за тобой кто-то стоит и говорит тебе, что писать. Ты такой раз написал, кто-то ушел и все. И ты не знаешь, как это произошло. Вот в принципе это тоже какая-то мистика. Как да. Но ты быстро пишешь песни? Вот если оно пришло, если человек стал за тобой. Да, я могу полгода ничего не выдавить из себя, никакой ни одной песни, а потом как сесть, как три подряд написать. И я же тебя поздравляю. О, спасибо. Вышел твой дебютный первый альбом. Да, наконец-то. Слушай, очень клево. Мы, конечно, были в отпуске, и поэтому пропустили это событие. Вот и решили. Да, называется «Байгон», но мы вчера придумали, что по-цыгански это будет «Бегоне». «Бегоне». Альбом цыганских песен. Да. Но тут все твое прошлое, да? Вот я читала. Ну да, и «Байгон» он переводится как «былое». Прошлое, былое, собственно, да. Это некоторые песни были написаны 3 или 4 года назад. Я все ждала еще, будучи в составе группы. Я ждала, когда я вот сольно их возьму и выпущу. Это вот случилось. Случилось. Как прошла презентация? Я знаю, что там было очень много. Там была и наша Джама, и была и Вася Фролова. Всем так приятно. Джамала подарила мне кактус. Это единственный цветок, который выживет у меня дома. Я на него делаю большие ставки. Потому что его не надо часто поливать. Презентация прошла шикарно, я, честно говоря, довольна, потому что я вообще самокритикой так люблю подзаниматься, подъесть себя хорошо. А вот на презентации не к чему было придраться, потому что наконец-то мы въехали вот в тот режим, когда группа работает, когда музыка уже работает, когда ничего не разваливается, никто не забывает ноты. Ну, в общем, я довольна. Класс. Ну, кстати, эти альбомы вы можете у нас выиграть. Пожалуйста, можете, заходите в нашу группу Guten Morgen ВКонтакте, а также лайкайте страницу М1 в Фейсбуке, и, в общем, там вы найдете эти диски. С очень красивой фотографией, кстати. Да. Да. Давайте сейчас посмотрим твое видео. Хорошо. Вот, которая, кстати, песня тут тоже есть, Love Me, Leave Me. Пожалуйста, наслаждайтесь.